Привет, друзья! Вы смотрите Банальный ТВ, с вами Турбо Джилайз, мы с вами продолжаем играть в Castle Crashers. Короче, мы играем в Castle Crashers. Да, так мне надо бухнуть. Да, мне бы тоже бы не помешал, на самом деле. Но у тебя нет бухла. Так, что происходит? Что нам надо делать? Нет, 18, может, поэтому... А может быть, да. А мне 32 года, поэтому мне все продают. Что-то как-то странно, надеюсь, тебе не подойдет. Блин. Фу, ужас какой. Да, это ужасно. Что... Отписка и дизлойс! Говорят нам наши подписчики. За эту гомосятину несовершеннолетнюю. Я не понимаю, почему нам просто вот не спрыгнуть вот туда вот сейчас вот. А, ну понятно почему. Где, ты спрыгнул? Подожди, все, я один? Да, да. А, я тут. Странно, я же упал. Тут живой, а где я? Подожди, а этот кот. Блин, его тоже надо мочить. Стой, стой! Стой, где я? Смотрите, нифига себе. Это какая-то звезда их, чувак. Да, я сказал, циклоп. А, видишь, я как-то в своем льде при это, да? Блин, мне эту мразь надо убить. А я могу вот так вот? Блин. Так, блок, сэр, блок. Блок. А, как ты узнал? Александр, Александр. Высокообразованная шутка. Посмотри, как я могу. Да. А что-то у него жизнь-то даже не это. Надеюсь, ты еще бухнул там. Ай, да что ж ты будешь делать, там мразь тупая. Да сука! Да, бля, ай, твали! Да мразь. А, все. Что-то как-то сложно. О, я могу хапнуться. Харизму качай, харизму. А, блин, это же другая игра. Так, теперь я. Харизму у меня хоть отбавляй. Так, а мы сейчас появимся сразу здесь же, или мы сможем в магазинчик, так сказать, за певцом зайти? Да, за певцом. За певцом? За Николаем Басковым. Так, я, наверное, включаю защиту, а то очень много... Пойдем за бухлом, братиш. Давай. О, вот тут есть хорошее. Тут вот Жигулевская просто отменная сейчас. Да я Балтику люблю, наверное. Так, смотри, что за мужик. Я бы Бада, конечно, взял. Ох, смотри-ка, палка. Так, 5, 2. Минус 2 в защите и 5 к чему? О, Мать. Здесь 1. А там минус? Нет, о, там... смотри, обезьяна. О, обезьяна. Monkey Face, увеличит твои шансы найти предмет. Блин, ты можешь купить, я не могу. Какой предмет? Ух ты, с обезьянкой с какой. Так, подожди, я посмотрю сейчас, вот есть справка и параметры. Ты пока покупай. Да, я пока закуплюсь. Так, как играть, наверное. Пожалуйста, и... 5 бутылок бух лица. Вот. Так, шарозвери, тут их называют шарозвери. Я, пожалуй, поменяю еще оружие. А, нет, подожди. Есть такая палка. А, тут нужен 10-й, не знаю что. О, все, блин, я случайно купил палку, ладно, пусть будет такая. А, вот, информация. Статистика животного. Увеличивает твой шанс найти предмет. Блин, пойдем. Ну, наверное, какой-нибудь там предмет, меч какой-нибудь. Смотри, я теперь с новой такой палочки, знаешь, как леденец такой новогодний, только он деревянный у меня. Ну, я вылезать не буду. Давай. Для бедных. Покрасить краской, знаешь. Бомж эдишн. Тут. Смотри, сколько стволов. Больших. Так, ладно. У нас в прошлой серии были такие шутки не очень пристойные. Теперь в этой. Разве не в этой? Да нет, вроде в той. Или в этой. Да неважно! Как мы на карете едем, так все время такие шуточки фигачишь. Да, ну карета у нас такая. Хорошая. Тебе надо будет синий меч тоже взять. Видишь, у меня зеленый типа цвет. Синий меч. У меня деревянный. Моих типа, глаз. Под цвет деревца. В принципе, все сходится. Да? Я тебя не слушал. Ну, говорю, у меня палка под цвет, ну, такая коричневая, под цвет, ну, дерьмица, понимаешь? Все как надо. Ну, у меня, видишь, птичка. Я ему прям по затылку этим чуваком врезал. Бля. Suicide Edition. Ай. Так-то, блин, больно. Ну, неприятно, да. Да ты-то откуда? А, ну ты подумал. А, строишь бомба. А, бомба. Да ёптель, моптель. Ой, извините, дорогие друзья. Не надо только отписываться, я просто тут попил. Ай, оу, ау. Для храбрости, так сказать. Так, нам, кстати, надо волка этого убивать. Посмотри, 25 у меня уже это. Смотри, сколько я ему сразу четверть снял в ТП. Нифига, я сблокировал чат. О, баба. Смотри, я ему уже половину снял. Ну, блин, не только ты так-то. Ты вообще стоишь, ничего не делаешь. Ай. Сказал человек, который упал с кареты. Ты тоже так-то упал. Или ты про себя?
Потом я отсюда. Так, а если вот так? Нет, ничего. Давай, пуляй уже свои фильмы. Да, тут эти дебилы всякие мешаются. Ну смотри, как ты. Ох ты, блин, как-то. Точно, ты стоишь, короче, все время, давай, с этими. Как его, с хреном. Блин, ты понял. Вот, да, вот так. А я его швыряю в него вот так. Да я тоже в него швыряю. Все, замочили, мразь. Так вот этого выкинул безбилетник. Ау, ау, прям плохо. Так-то мы тоже, видимо, безбилетник. Пойдем. Подожди. О, бабу, хавчик. Хотел сказать бабло, но это хавчик. Так, а я могу сломать фонарь? Опять сгиш. О, у меня уже фонари не сгиш. Да, но надо было мне. Улица разбитых фонарей. Что тебе надо было взять? Хавчик. А, нет, еще левел ап не скоро. Левел ап. Ну так-то, ну, относительно. О, бабло. Ах ты мразь такая! А, нет, это брат. Ты, ты, сука, лови сучок, сучков, они бабло вперед, сзади. Это кто? А, это чувак бабло забирает. Я только что тебе сказал. Разве? Да, да нет, я бы запомнил такое, нет. Блин, ай, отвали от меня. Ты сволочь, мразь такая. Ты что там с воздухом дерешься? Опять карета? Скажи. А. Смотри, они воруют. А, нет, это колеса, автосервис. Да. Да, тут стоп, блин. Ау. У нас, по-моему, чемпионат по несмешным шутам. Так, чё-то меня подлагало. У меня тоже, да, кстати, подлагало. Ох ты, бабло-то. Моё, бабки, мои бабки. Колда, колда, колда. Смотри, мразь, сука, отдай, мразь. Ой, точнее, бабки отдай. Ах, нет, тварь. Спёр бабло. Кстати, тут может по PvP-шке интересно? Там еще какие-то другие режимы надо будет тоже опробовать. Да-да-да, проверим обязательно. А, друзья, если вы хотите, чтобы мы опробовали другие... Блин! Скажи ты. Ладно, я сам скажу. Если вы хотите, чтобы мы опробовали... Сука. Еще другие всякие там режимы разные есть, то вы пишите об этом в комментариях, естественно, да. Блин. Или на нашу почту банальный tv@sobakamail.ru. Sobaka@gmail.com. Я еще не создал ее, но я надеюсь, к этому видосу она будет. Ну вообще не надо это писать, лучше в комментарии. Чё ты там опять говоришь всякую дичь какую-то? Ну это моя профессия. Слышь, отдал. Мистер Дич. Александр Дич. Честно, если такой прикинь, смотрю, Александр Дич, он увидел. Отписка Лойс, засужу. Ой, Диз Лойс, извините. Лойс. Не, вообще лучше Лойсы, да. Ну да, да, так что Александр, не обижайся и поставь. Кстати, ну, я какую-то уже херню несу, кажется, ладно. Ваши лосики, это самое, сподвигают нас на снимание, съемку новых серий. Они будут более качественными, более интересными, да. Более... Вот видите, у меня уже микрофон появился, так что... Да, все ради вас. Ну, как, ну, серьезно, вот ты же там по скайпу ни с кем не болтаешь, да? Все, чтобы подписчикам было более приятно тебя слушать, понимаешь? Чтобы они ловили экстаз от твоих слов. Ты загнул, да? Так, блин. Это мразь. О, у меня уже пальцы устали все это жмакать. Ты-то хоть на геймпаде играешь. Ну да. О! Хрен там, моя вишенка. Ну, что? Не ты моя вишенка. Что? Я собрал. Ух ты! Как горячо. Ой-я. О, клево, вообще песня высшая. А? Ну, то, что сейчас пел. Песня группы Чайф. Ну я знаю. Чайф вдвоем. Не смешно. Очень не смешно. Я прям, у меня сейчас пупок развернется. Женщины не танцуют. Да, но это было Чайф уже в одного. Ну он, да. Там по его, ну, песням видно, что он в одного там теперь. Что-то как ты сейчас говорил, знаешь, с этими с паузами с какими-то. Так не выказал. О, смотри, я уже по три, кстати, сосульки. У меня уже три сосушки. На это твое достижение. Будем чем гордиться. Внукам расскажи. Ай, блин, ау, ай, ау. Нам пососи мою сосульку, мразь. Блин, что-то меня тут окружили. Так ты отходи, отходи. Так я так-то да, хожу. Блин, я сейчас, кажется, сдо. Хну. Ре. Нет, у тебя же есть дополнительные хипи... там бухосы. Кстати, а стул можно сломать? Да ёпта. Эй! Чё хрен, прицелишься на этот стул? Подожди. Я пошёл вон, короче, пойдёмте.
стул не поддается. Гипнозу. Объяснением. На тебе, мразь тупой, я сдох, не пугай. Интересно, сколько у них было? Было бы удобно, да, если бы над их головами такое маленькое это. Ну да, 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 согласен. Типа сколько там жизни? Разработчики-то не додумались, да? Я... Вообще разработчики вообще дураки. Дай-ка я все бомбочки использую. А, блин. Как меня навесили-то. Блин, я все кнопки перепутал. А у тебя как там на L1, да, допустим, зажимаешь, это магия, да, что-то такое? У меня на R2 магия, на L1 и L1. R1, L1, ну, смена вещей. А, удобно, правда, блин. Было. А, все, L2 все. У меня блок. Ну да, понятно, ну удобно, короче. Это я тут как лох пытаюсь найти клавишу. Ну, ну почему, почему как? Так-то, сейчас обидно. Да ладно, ладно, я шучу. Я ж так, по-братски. Был бы у тебя свой канал, я бы попросил подписчиков, чтобы они там дизлойсов влепили. О, нет. Да. Блин, чё они за нами бегают, а? Так, подожди, почему я служу? Потому что я думал, что ты это я. Ах, как их много-то. Да, мы окружены, меня. Нам требуется поддержка. Поддержка лойсиками. Так, что-то мы слишком обнаглели, слишком много просим. Вот это было смешно. Грязно. Готовился. Лойсики. Неделю. Шутку не отписал. Мы на затуре бесконечно. Ух ты, смотри, какие мрази. Это у него волынка? Я сначала подумал, что это волынка. Волынка? А, это волынка? Блин, он меня сделал. У тебя волынка. Это, по-моему, он ворует эти, знаешь, выхлопные трубы. Глушители в автомобиле. А ты что, сдох, что ли, там? Ну да. Ты мне только что кучу бухла... Блять! У меня же там было что, попить там, поесть? Что за фигня, блин? Да нет, не было. Подожди. Все у тебя закончилось. Я вот так решил. Вот так, значит, решил, да. Подставочка, подставочка. Ладно, давай тогда мы... Подожди, стой, прямо вот, вот сейчас, вот на этой секунде... О, у тебя новый магия. На этой секунде мы эту серию заканчиваем. Друзья, подписывайтесь на каналчик, ставьте пальчики в верхушечку, и новая серия не заставит себя долго ждать. Всем пока, всем пока. Всем пока.